И всем привет, ребят! Сегодня мы будем играть в Among Us с моими товарищами по играм. А чего? Это... я забыл его. Ой! Это... Марс Мурсмен. Все, вспомнил. Всем привет! Этот Милдрик, это Бикинг. А я? Привет! Сегодня мы будем снимать Among Us новое видео с моими друзьями. Это будет круто. И короче, Флопа. Следите, чтоб не Флопа. Ну, Флопа. Я не буду говорить настоящее имя, просто Флопа. Здоровайся. А это Макс Умитис. Самый большой из нас и компании под подписчиками. Короче, давайте не будем тянуть. Начинаем. Сейчас отрублю демонстрацию. Подписываюсь на канал. Ладно, все, ребят, выключаем микрофоны и... А мы начинаем. Давай. Я выключаю. Так. Я член экипажа. И мы, да. Мы будем сегодня... Да, я уже вам говорю, что мы играем в Among Us. И... Да, блин. Бикинг, выключи микрофон. Ладно, не буду его говорить, пусть это. Не будешь же ничего говорить. А. Ладно, пошлите делать задание нашим. Интересно, кто импостер? Это легкое задание. Угу. Привет, Макс Мэтис. О, это провода. То, что нам нужно. Так. Ну, и здесь нам нужно загрузить мой планшет на штаб. На земле, наверное, на Мирочке, потому что Мирочка находится на земле, я так думаю. Я просто не разбираюсь в Among Us, что я. Ну, думаю, что реально Мирочки находятся на земле. Так, будем сидеть. Ну да. Да. Подожди. Так, ждем пока что. Это. Я сейчас немного выключу микрофон, потому что мне нужно выключить немного микрофона. А вы пока что наблюдайте, как я играю. Чем они? Чем мама? Как там? Да блин, не обращайте внимания, если слышно прям сильно моих друзей, то извините. Надеюсь, что вы меня слышите более сильные. Ой-ой, нет! Нет, это я знаю, Это флопер. На мини сигурную, на мини 100%. Это флопа. Она, короче, закрыла передо мной дверь. И я увидел, что она типа хотела меня. Она шла ко мне. Да. Это было там, где карточка. Это было задание там, где карточка. Пацаны, я если честно, да. Бог знает, кто да и. Это флопа! Голосуйте за флопу! Это флопа! Я видел вентиляцию! Кто? Я не проголосовал, вы че? Не знаю. Это не я. Все, я понял. Ах, я так знал. Пара-пара-бери. Это у нас еще есть инженер. Дрейфирующий корабль. Да, yes. Еще раз. Как раз у меня есть еще много времени. Давайте теперь на Мира IQ. А? Давайте теперь на Мира IQ. Простите, я не могу, у меня 10 пока. Ой. Почему? Да блин! Я же говорил вам. Блин, ладно, без него. Пипец, разозлилась. Да блин, хватит. Она не разозлилась. Она обиделась, наверное. Нет. А из-за чего? Что случилось?
Ну, у меня, да, на 10 было. Реально, я не сбилась. Короче, Милс Дрейк, я тебе говорил, что нельзя менять скин. Ну ладно, давайте начнем следующий раунд. Больше не показывать, умоляю я вас. Больше. Кстати, это. Бикинг. Выключай микрофон, пожалуйста. То, блин, в одно время, когда ты там что-то кто-то к тебе говорил, ты мой, наверное, мой голос вообще тебя не был слышать. Так что выключай микрофон. Окей. Да. Ой, ё-моё. О, у нас только 3 осталось. У нас только 3 осталось. Нет. Это кто-то из них. Но это точно не я. Так. Задание. Реактор. Нам нужно идти в реактор. И мы рады с ним. О. Хорошо. Да. Ладно. А зачем? Зачем, ребят? Это кто-то... подождите. Это либо Милд Дрек, либо Макс Уметис. Бикинг, говори. Кто это? Что? Я задание выполнил. Я поставил этот Emergency Meeting, потому что я боялся, чтобы и или Макс Уметис, или называется Архангел не убил Макс Уметиса, или Макс Уметис не убил Архангела. И я просто боялся и сразу нажал кнопку, чтобы не убили никого. Я, конечно, знаю, что сейчас я поверю и проголосую против Макса Уметиса, но это может быть подвох, потому что импостер нажал на кнопку и теперь я говорит, знаю. Что он боится за того, чтобы мы проиграли. Но я не знаю, про, не за кого голосовать. Я задание выполнял. Какое задание у тебя, кстати? Какие у тебя задания? Там, где столовая, я выполнил, там, где склад. Склад? Yeah. А что за задание там в складу? Как там нужно делать? Сделать вроде провода. Ну, я не запоминаю задание. Типа, у меня вообще... Вообще-то на складе нет вроде проводов. Да у меня были задания, но я не помню, что там. Потому что... Ну, значит, что это Макс Уметис. Я больше всего был сконцентрирован на да, кто предатель, чтобы меня не убили. Ну, это, блин, ну, на складе нету электричества. Так что ты больше вызываешь подозрения. Хотя, наверное, мы проиграем. Ну, это я не знаю. Окей, давай, Макс Уметис, выбирай кого. Я не знаю. Иди, будет пауза. Я сейчас проиграю, наверное, да? Ладно, вы угадали. Я так и знал. Ну, я же говорю, там, где находится склад, там нету электричества. Почему никто не заходит? Если честно, у меня реально проблемы, типа, с запоминанием заданий. Ну, это да. А почему у нас только 3? А где все? Я не знаю. Где Марс Мосман? Видимо, у нас видео получится коротким из-за того, что люди вышли. У меня ошибка была. Так, зайди побыстрее, у меня и так мало времени снимать. Окей, я бегу. Теперь у нас... Уже бегу заходить. Так, подождите, я хочу кое-что посмотреть. Сейчас, уже бегу. Все достижения, сожжён. На, там есть, типа, которые, типа, пользоваться, там можно приручить. Приручаем пэта. Я приручаю снеговика. Хм. У меня... Магмы снеговик. Ребята, нелогично, непонятно. Вы знали то, что я вообще не люблю быть предателем? Я бы хотел бы быть предателем. Ладно, ребят, давайте начнем. Нажимаем на старт. Интересно, кем я буду? О, пацаны, вот это я...
Угу. Наверное, я, но это маловероятно. Да. Да, выключай микрофона. Ага, да. Ха-ха-ха, я предатель. Так, охрана. Электричество. Па-па-па-пам. Это Бикинг, он, я, короче, увидел, что он пошел, нет, я, короче, смотрите, я пошел в электричество и увидел, что Бикинг стоит с этим, с трупом, значит, это Бикинг. Пацаны, давайте проголосуйте, мне уже не интересно, это, я говорю, что это Блэк, голосуйте. Это не я, это Бикинг. Я знаю. Все, Максуметис, ты проиграл, и я тоже. Это Блэк, потому что он убил. А нет, это Марс Марсмен, наверное. Это Блэк. Видит Хангел это. Я сказал, что это Блэк. И получено достижение. Без люков получено достижение. Подлиза. Ты милый. Августин. Меня выкинули. Ой, ну заходи, зайди обратно. Ах, ты ж крыса подвальная. Я Спанч Боб. Ах, ты ж крыса подвальная. Я не подвал, я не подвал, я не живу в подвале. Все, у нас теперь карта Airship. Это будет очень сложно. Давайте начинаем. Только не Airship. Все, всем пока-пока. Будет длиться. Это видео максимум будет длиться где-то 14 минут с чем-то, или 15. Ладно, ребята, мы должны... Ой, да, мы должны выключать микрофон. Я не хочу быть импостером. Круто все. Я инженер. Карцер. Много заданий что-то здесь. О, да, реально много. Хранилище. И шортики. Нет, не здесь? А, да, не здесь. А здесь? Надо собрать что-то. Привет. А, ой. Так. Да блин, не вовремя он начал говорить, конечно. Он все, выключи микрофон, все, молодец. Па-па-пам, пара-па-пам, пам, пара-пам, пам, 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 парам. Угу. Так здесь что-то есть? Нет, здесь больше нету. Душевая. Здесь у меня здание. Так, о нет, мне что-то мало времени. Угу. Блин, надо побыстрее как-то, чтобы кого-то убили или выиграли. Не знаю, если у них хватит времени. Но... Ладно, потом уже спалюсь. Ну ладно, ребят. Да, нет, все, ребята, короче, давайте всем пока.
И увидимся уже в следующем ролике. Да, мы раунд не закончим, но я сделаю шорт, как мы закончили раунд. Давайте все.